Арсен Качкарев против Ахмеда Гакиева. Один представляет, еще один представитель клуба «Дикая дивизия» из Карачаева-Черкесии. Также базовый стиль у него рукопашный бой у Арсена Качкарева. Ну и вот борец вольного стиля Ахмед Гакиев. Ну, по крайней мере, так вот он здесь указан. Но Зелимхан нам говорил, что иногда это бывает не совсем достоверно, эта информация оказывается. Но вот здесь она достоверна все-таки. Да, здесь она достоверная, так как Ахмед у нас, у него очень большой опыт по вольной борьбе и любительским. ММА тоже очень хорошо себя показывал на турнирах республики и СКФО, и в России. Он сейчас хороший зацеп, и тут же оказывается на насилии его соперник Гакиев. Да, еще хорошо. Сейчас попытается провести еще один бросок. На локоть приземлился. Смягчил свое падение, скажем так, Качкарев. Достаточно активное начало. И очень интересное. Бойцы очень быстро действуют как в стойке, так и в партере. И еще один тейкдаун. Удачный, но вот здесь сказывается школа вольной борьбы. Пытается вязать своего соперника. Боится из Карачаева-Черкесии. Но при этом Ахмед наносит удары. Несколько попаданий сейчас было со стороны нашего спортсмена. Прижимает он к сетке Качкарева. Пытается обозначить тоже активность боец из Карачаева-Черкесии, однако ну, не очень у него это получается. Хотя вот здесь вот попытался провести болевой на ногу, однако быстро ушел от этой атаки наш боец. Пробил лоу-кик и снова вернулся. Занимает он, осуществляет боковой контроль. Выключает руку. Да, вот здесь вот постараться бы освободиться от замка, да. И снова в боковом контроле. Перемещает его туда. Скорее. Боец из Карачаева-Черкесии. Снова маунт забирает Гакиев. Ну, одну ногу отключил он. Нашего бойца. Но, тем не менее, нет. Вот, попытка выйти на руку, да. Быстро отбирает, возвращает себе руку. Да, и переходит на более выгодную позицию. Вот бросок хороший. Попытка добивания. Не очень хороший удар наносит наш боец, но большинство из них, к сожалению, попали в блок. Снова Маунти находится, контролирует этот бой Гакиев. Вяжет его соперник. И опять
продолжает, вернее, контролировать в маунте этот соперник Ахмат Гакиев. Немного совсем остается до конца раунда. И эта пятиминутка, безусловно, за нашим спортсменом. Заканчивается первый раунд и не успевает провести болевой, удушающий прием Ахмат Гакиев, к сожалению. И вот второй раунд этого очень интересного поединка. Вообще здорово начали бойцы, активно. Несколько хороших таких атак мы увидели в исполнении как одного, так и другого. И хорошая попытка левой в голову пробить была у Гакиева. Еще одна. Ну, Ахмед чувствует себя хорошо в стойке, также и в партере. Показывает свою уверенность, нанося акцентируемые удары соперника. Под конец сюда с колена достигает цели. В размене, да, активе лучше, точнее оказался Ахмат Гакиев. И вот сейчас тоже в боковом контроле он пытается разбить соперника. Несколько мощных ударов. А вот здесь вот опрометчиво достаточно пошел вперед. Мог попасться на болевой. Секунданты призывают подняться в стойку нашего бойца. Да, они... наверняка заметили, что соперник Ахмеда Гакиева дважды пошатнулся от его четких сильных ударов с рук. Вот. Как говорится, поплыл. Да, поплыл. Однако дал время немного восстановиться Качкареву Гакиев, однако снова хорошие попадание, да, и вот здесь вот нужно было постараться добить соперника, завершить бой нокаутом. И вот хорошее еще попадание снова. Такое ощущение, что даже через руки достаточно больно было карачаево-черкесскому бойцу. В это время он пока доминирует и уверенно берет этот раунд. Если даже не закончится досрочно, то все два раунда, можно сказать, за Ахмедом Гакиевым. Да, преимуществом он, безусловно, владеет. И здесь тяжело представить, за счет чего бы смог что-то там противопоставить нашему бойцу, за счет чего бы смог выиграть этот бой Арсен Качкарев. Разве что какой-нибудь шальной удар у него получится. Но вот в такой ситуации вряд ли это возможно. Да и все попытки провести болевой пресекаются. Да, хотя их в последнее время и нет практически, потому что полностью доминирует Гакиев, атакует его, пытается наоборот сам, да, то выйти, но завершить, словом, поединок досрочно. В данной ситуации он пытается провести болевой. Пока что, да, терпит. Обозначает удары в корпус боец из клуба «Дикая дивизия». Перетерпел, можно сказать. У характера, с характером все в порядке. У оппонента.
И снова болевой, попытка болевой провести у нашего спортсмена. Терпит. Менее 10 секунд остается. Но здесь просто спокойно поработать. Да, здесь уже не стоило никуда спешить. И я думаю, что вполне закономерную и заслуженную победу в этом поединке одерживает Ахмат Гакиев, боец клуба «Ахмат». На протяжении обоих раундов он был активнее. И со стойки были у него хорошие попадания. И в партере он полностью превосходил соперника, что практически шансов никаких Арсену Качкареву не было оставлено. В этом бою единогласным решением судей победу одержал Ахмат Гакиев, бойцовский клуб «Ахмат», Чеченская республика. Поздравляем мы нашего бойца, воспитанника клуба «Ахмат», и ждем предпоследнего боя вечера.